Вы почти разряжены. Где я? Сейчас Данил Сергеевич вам все расскажет. У нас в центре робототехники довольно-таки много оборудования, которое помогает нам делать роботов. В частности, вот это станок для расположения элементов на печатных платах для изготовления печатных плат. У нас имеются 3D-принтеры. 3D-принтеры студенты собрали сами из наборов. На них мы делаем компоненты для роботов, вот, например, рука от манипулятора. У нас здесь есть промышленный робот, настоящий промышленный робот, который устанавливается на производстве. Значит, он управляется при помощи данного пульта, при помощи языка программирования Python. Поскольку робот все-таки предназначен для выполнения каких-то достаточно опасных промышленных работ, мы настоящие сварочные горелки или другое оборудование заменяем либо на фломастеры для рисования, либо на захват. Самоходная многогабаритная платформа, предназначенная для изучения, собственно, алгоритмов движения такого рода платформ. Платформа оборудована шасси и камерой для наблюдения за окружающей обстановкой. С помощью этой камеры она может ориентироваться в пространстве и обнаруживать предметы вокруг себя. Разнообразные малогабаритные роботы, которые недорогие, собираются из просто общедоступных компонентов, гусеничные шасси, колесные шасси и так далее. Ну и наконец, собственно, робот-манипулятор предназначен он для того, чтобы студенты учились программировать, выполнять простейшие движения. Да, кстати, кажется, у вас проблема, у вас кончается заряд. А кто может помочь? Ну, наш центр все-таки более учебное предприятие. А вы попробуйте обратиться к тому, кто вас создал. Он сейчас очень занят. Ну, может, тогда промобот вам поможет? Я могу показать. Гена, мне нехорошо. Понял.